обратите внимание, вот такая ягода Басанти. Я сейчас возьму, взвесим на весах самую крупненькую. Такая яркая осталась, а правильно? Вот. Такой красный цвет на солнышке. Со стороны, там где солнце не попадало, она не осветлилась, но это ее совершенно не портит. Посмотрим на весы. Нолики у нас тут стоят, ветром колышет, вот нолики, да? 16 грамм ягодка одна, и вторая тоже 16 грамм, две ягодки 32 грамма. Плотная мясистая консистенция, она плотная до самой середки, и в то же время сочная. Сахар прекраснейший, то есть висит без всяких повреждений.